В микрорайоне Путилково временно изменилась схема движения. Из-за прокладки инженерных коммуникаций в рамках реконструкции Путилковского шоссе выезд из ЖК «Мортон» по Спасо-Тушинскому бульвару ограничен. На полосе въезда организовано двустороннее движение. Также автомобилисты могут использовать дополнительный проезд напротив школы «Мозаика». В данный момент подрядчик занимается подготовкой дорожных знаков, обустраивать будет все движение здесь. По разделительной полосе въезда и выезда будут установлены делинаторы, столбики разделяющие. И таким образом движение будет зарегулировано. И мы избежим возможных ДТП на этом участке. Чтобы избежать и дорожных коллапсов, придется эвакуировать оставленные на проезжей части автомобили. Администрация округа совместно с ГИБДД и подрядчиком, задействованным в реконструкции, будет организовано дежурство, чтобы отслеживать брошенный на дороге транспорт. Ситуация на контроле муниципалитета и областного Минтранса вплоть до окончания прокладки ливневки на участке. Реконструкция самого Путилковского шоссе у нас запланирована до конца 2020 года, то есть в декабре мы его полноценно запустим, 4-5 полос движения в зависимости от конкретного места. Это место, это пересечение Путилковского шоссе с проектируемым проездом, оно состоит из двух частей, мы его закончим в течение 2 недель. Неделя на одну часть, 2 полосы и неделя как бы на следующую. Другими словами, закончить эти работы планируют 30 сентября. Кроме того, вдоль реконструированного участка шоссе обустроят новые тротуары, велодорожки, установят светофоры и наружное освещение.